31 января на сайте evacancy.by пройдет электронная ярмарка вакансий Полоцкого района. Пока участие подтвердили два работодателя, которые предлагают 5 вакансий. Требуются мастера мебельного производства, столяры-продавцы. В Музее истории и культуры Новополоцка заработала выставка «Две стихии». В экспозиции представлены работы педагогов детской художественной школы имени Хруцкого Юлии Ступиной, Валентины Пылинской и Алексея Плаксина. Выставка работает до 18 февраля. Волонтеры первичной организации БРСМ средних школ номер 3 и 8 Новополоцка помогли убрать снег на территории прихода храма «Нечаянная радость». Мероприятие прошло в рамках акции «За дело». В Беларуси в три этапа проходит акция «Безопасность каждый дом». В центре внимания сотрудников МЧС, лица, злоупотребляющие алкоголем, а также престарелые граждане и молодежь. Для каждой целевой аудитории организованы профилактические мероприятия на тему безопасности.